Привет, я Саня Кулинич. Говорил же в прошлом видео, что буду делать обзоры дрожжей. И вот обзор дрожжей Алкастар подъехал. У меня есть две пачки турбо дрожжей Алкастар 48. Стильная черная упаковка с крокодилом. Недавно мне снился сон, где крокодильчик пытался на меня напасть, а я его по морде прутиком. Чтобы дрожжи отбродили за 48 часов, нужно использовать 6 килограммов сахара и 24 литра воды. Но это не наш метод. Подготовил 40 литров воды температурой 40 градусов. Заливаю в большой ферментер. Сразу же высыпаю 20 килограммов сахара. Хорошенько перемешиваю сахар до растворения. И теперь выливаю 44 литра воды с температурой 20 градусов. И снова все хорошо перемешиваю. Температура сусла получилась почти 30 градусов. Раскручиваю жидкость и высыпаю всего лишь одну пачку дрожжей. Всего браги 100 литров. Гидромодуль 1 к 4,4. Просто неплотно прикрываю брагу. Ну и конечно же нужно поставить и маленький вариант. В 25 литров воды с температурой 2,4 градуса высыпаю 8 килограммов сахара. Хорошенько перемешиваю. Ошметки от мешка вытаскиваю. Они, к сожалению, не сбродят. Раскручиваю сусло и высыпаю также одну пачку дрожжей. Уже через 5 минут дрожжи на поверхности разбраживаются. Через час шапки дрожжей плотные и равномерные. Через 8 часов брожение идет очень активно. Видно на стенке, что пенообразования лишнего не было. А в большом ферментере все чисто, будто бы и не было пенной шапки. Добавил в маленький ферментер пару литров воды. А вот запахи просто божественные. Как и обычно, маленькая брага пахнет интенсивнее. Ну и большая пахнет также приятно, но как-то поразбавленнее. Через сутки 100-литровая брага будто бы разошлась еще сильнее, судя по визуальному изменению брожения. Также и у маленькой появилась белая пенка. В общем, 8-килограммовая брага отбродила за 4 дня. И еще через 2 дня осветлилась. Это потому, что я в нее добавил воды, и получилось 27 литров воды и 8 килограммов сахара. А большая брага сбродила в ноль на 9 дне. И еще дня 3 осветлялась. Дрожжи Алкастар вы можете приобрести на Wildberries и на Озоне. Помимо дрожжей, Алкастар еще производит различные натуральные вкусоароматические эссенции. Обзор на некоторые уже был на канале. Также у них есть наборы для настоек. Весь ассортимент вы найдете на сайте alkastar.store. Там же можно получить информацию об оптовых поставках в ваш магазин. Все ссылки в описании. Теперь все браги нужно перегнать, чтобы понять, сколько абсолютного спирта получилось. Перегонять буду на НБК. В парогенераторе закипела вода. Пар идет под царги, колонна прогревается. Пар из рубашки предподогревателя попадает в холодильник и пошла дистиллированная вода. Помещаю в емкость шланг отбора браги. Включаю насос. Наконец-то пришел новый потенциометр. Надеюсь, сегодня будет идти перегон не напряжно. Брага достигла предподогревателя. Увеличил скорость подачи. Подключил попугай и уже идет спиртсрец. Брага сверху попадает в колонну. И водяной пар встречает ее и вытягивает из нее спирты. Крепость спиртосырца меня не устраивает. Добавлю скорость подачи браги. Теперь крепость спиртосырца должна увеличиться. Внизу в канализацию уходит борда. И собой нагревает воду в теплообменнике. А клапан автоматически добавляет горячую воду в куб по мере снижения уровня воды. Ну вот около 60 градусов теперь идет самогон. Брага уходит на глазах. Немного погодя, настроил более комфортную скорость подачи браги с крепостью спирта сырца порядка 53 градусов. Через 2 часа 40 минут брага закончилась. Отобралось спирта сырца 22,5 литра. Крепость после коррекции получилась 53,6 градуса. Сразу же перекладываю шланг в малую емкость. Подкорректировал скорость забора браги насосом. Спирт-сырец идет вначале покрепче. Судя по бурлению в верхнем диоптре, работает система на пределе. В прошлом перегоне именно поэтому и пришлось снизить крепость спирта сырца. Надеюсь, в этот раз все продолжится в норме. Брага в маленькой емкости еще быстрее уменьшается, а ближе к концу браги началось вот это. Именно поэтому приходится снижать скорость подачи. Но в этот раз не сильно снизилась крепость спирта сырца. А в эту жижу я добавил пеногаситель и перемешал. Плотный осадок все равно по большей части остался на дне. Чуть меньше часа ушло на это ведерко. Получилось 8200 мл спирта сырца крепостью 58,3%. После корректировки. Выход хороший. С 20 килограммов получилось 12 тысяч миллилитров абсолютного спирта. С 8 килограммов получилось 4780 миллилитров. Это потому, что в этот раз я использовал казахстанский сахар.
Последнее время я очень сильно заметил, что с него получается нормально. А вот с надписью «Краснодарский сахар» получается поменьше. В общем, дрожжи Алкастар 48 вполне хорошие дрожжи, которые отлично сработали. Причем очень даже можно делать и экономный вариант с очень приятным запахом браги. Даже спирт и сырцы пахнут какими-то вот такими нотками фруктовыми, грушевыми. Очень приятно, на НБК это особенно заметно, потому что там и так меньше каких-то вонючих примесей даже в спирте сырце. Ну как-то оно минуется, меньше кислот кипит всяких ненужных нам, да, особенно для ароматики в сахарном самогоне. Вот, в общем, вам ссылочки в описании. Можете покупать на Wildberries, на Озоне, Алкастар. Также можете на сайте ознакомиться со всем ассортиментом их продукции. Крепкой вам браги без недоброда. И всем удачи и пока!